Не знаю, мне почему-то перестало доставлять это без рандома. Я понимаю, раньше был челлендж, ты не знаешь, кого пикнуть. Рандомишь героя какого-нибудь. Понимаешь, что тебе пиздец, но при этом ты идешь как бы в тяжелую линию, там что-нибудь дабло или в мид. И пытаешься из полного дерьма выйти победителем. Вот это было интересно. А сейчас рандомить толком нельзя и смысла нету. Вообще, в идеале сегодня долгий будет встреч соло матчмейкинга. У меня появилась мысль немного подкачать рейтинга, так сказать. Бля, это рашка, что ли? Да, это рашка, я понял. Да, кстати, хотел подключить, короче, второй нет нормальный, потому что у меня один билайн, которого я часто рот ебал. И Ростелеком, который, в принципе, не очень. Вот, я думал вместо Ростелекома подключить Дом.ру. Я тут к Wi-Fi подключался с мобилки. И смотрю, там в списке появился Дом.ру. У меня раньше не было в доме. Спасибо за ресапну спик. Да-да, модерку вот-вот дам. Ну вот, продолжаю рассказ. Наткнулся на Wi-Fi от Дом.ру. Думаю, ни хрена себе, неужели стали проводить. Заказал звонок, значит, из Дом.ру. Мне сегодня набрали, я говорю, что там по подключению? Можно как-то что-то замутить? Мне говорят, нет, нихуя. Я говорю, ВТФ, у меня, короче, в доме тут это самое, гостиница. И в ней есть Дом.ру. Да какого, собственно, хуя вы не можете в жилую квартиру привезти? Они говорят, без обид. И все как бы. Типа физлицы не подключаем, только юридические. В этом доме. Может, просто становиться юрлицом и подключать Дом.ру? Может, они еще оптоволокно мне протянут? 100-500 мегабит. Сука. Бля, короче, он бы меня на самом деле не дал добить этого крипа. Так хоть экспу получил. Сука. Шакал ебаный. Ладно, дальше я бежать не буду за ним. Так, ладно, это разминочная. Она будет непростой. Давно известный факт. Для ИП? Для ИП ХЗ. Проводите меня, это я уже не уточнил. Че кто курицу привел сюда? Сава. Кажется, это был я и сделал я это мисликом. Так бывает. Да, название ИП можно придумать какой-нибудь великолепный, типа ИП стримерок. И нормально. Почему я остался один-одинёшник на этой линии? Почему у него два танка, он пиздится со мной? Он что, дебил? Но он умер, надеюсь. А, нет. Вероятно, у него есть вижн там. Ну иди за ним, что ты слышишь? Меня оттолкнет.
Нихуя себе. О, профессионал. Реально профессионал. Бля, клок задр по ПЦ, 10к бог. Так, а тут надо вот что-то уже придумывать. Чтобы он не получил кучу экспы. За этих крипов. Сверх урона. Бля, вообще, когда я за ним крутился, я не мог даже предположить то, что он такую хуйню сделает. Что, блядь, 4 как лок. И он исполняет такие вещи. Это, по-моему, ненормально нихуя. Так, я курочку возьму, плиз. Да какой крит? Ты чё? Вот почему он делает вот такие вещи. Это нормально. А потом ставит ветку, закрывает за собой проход. Да, до этого он в коге меня брал, не мог толкнуть. Получается, это просто гений, который это самое не умеет кнопки нажимать. Короче, теоретик. Сверх урона хаста. Хотя ветку поставить это тоже надо. Пальчиками тыкать. Чё, Лич взял бы хасту, убил бы сейчас камня. Это убили, нормально. Так, мне нужны фейзики, и клок будет отъезжать по КД. Курочку взял. Вот. Как это? Дружище, ты как тут? О, здорово. Кач продолжается. Надо здесь отстречать, походу, будет. Вот так вот еще сделаю на всякий. Клок, все, наигрался? А, зря потратил эту хуйню. Фиаско, походу.
Вот и блок. Ебать, земля пухом. Ты что, ебанутый? Ну зачем она надо было? Ну чё? Он опять это делает? Во имя чего? Давай ебанём. Ой, красавчик, даже ничего не надо было ему писать. Просто подошел, дал кларетку. Молча. Красавчик. Бегу, брат. Но, по-моему, не по шансам. А ладно, легенчик. А, тинкер возьму. Ай. Там камень сзади. Ладно, поставлю их себе в РДС. Чувствую, надо будет ебать, что скоро плотно. Моё. Я влез. Оу. Кулак ТП делает. Ой, там все делают ТП. Так это что, минус ТВ руля? Или как это назвать? По-другому. Нет, не обязательно бить. Я сейчас буду пить. Брист, гоу, пить. Без лифа, блять. Успел. Ой, пишов нахер. Изи.
ёпта. Уже один левает. О, абандонит. Что-то все человек не горел, что ли? Бывает. Смайли, спасибо за ресабыч. Трехмесячный. Еще кач. И этих, и тех. Пузяйка. Спасибо также за ресабыч. 15-летний. Бафчик даст. Четко. Ебать, я этим билд. Интересный. Где снайперок? О, сука. Хитрый. Я оберсла определенно. Какая-то болезнь. Гнав! Че, болен, что бла-бла, что еще какой Якубович? Его уж давно нету. Нет, конечно. Батя вспомнил. Ай. Да погнали, блин. Блять. Вот сынище на снайпере. Блять.
Там на топе весело. Опа. Калькулейт от хули. Сейчас, если у меня ракет залетит, это будет фиаско. Я не залетел. Снайпер молодец. Блять, что они исполняют? Зачем? Во имя чего? Ну пройди! Чё, дурак? Ну умри уже нахуй. Наверное, вот так вот еще надо. Полетел за блинком. Меня побафайте. Заранее спасибо. Больно от иллюзий. Боже, блять, серьезно? Это просто пиздец. То, что сейчас произошло. Это просто пиздец. Идемте этого ебанем чела. Ой, нет, не хочу бить. Спасибо за ресаплюх. Отойти немного, у меня хп нет. И вот этого дождаться в идеале.
Короче, надо фармить, блядь, это. Да не надо нам фармить. Сейчас сломаем тавр, сломаем шрайн. Уль, 5 секунд, чуми. Погнали шрайн ломать. Тэш. Ладно. Хуёвый дела, да? Бля, он просто взял и зашел. И нажал шрайн. Smart money. Yes. О, здорово. Дружище, ты как? Ладно, это бьет его. Не бьют ведь они? Не бьют. Yeah! Вытащи меня, Джага, сруби дерево. Джага, выруби дерево, пожалуйста. Выруби. Yeah! Пиздец больной. Ой, блядь, он сломан нажал. Мы его так не вывезем, я без ульта. Вам уйти надо. Элиту убить. А вот это заебись. Нам надо бежать. Отойти, отойти надо, пока ульта у меня нет. Дем, дем, спасите. Бегаю. Все, все, валим, валим, валим. Четко. Че, дебил, блядь? Кажется, я в хуйню замысел полную. Что-то думал я... Ебал там самое щелу. А оно у него не ломается. Пизда мне. Там еще и снайперок с ним. Хуйня. Блин, на самом деле мы тут вин определенно. Но игра затягивается из-за их байбеков сраных.
ДБ делал, снайпер делал. Клок делал. Приебали. Больные ублюдки. Your middle tower is under attack. Ну и как он будет дальше действовать в этой ситуации? А, понял. Пиздец. Такие дела. Не, хил не пробовал. Но похоже на полную хуйню. Да-да. Это определенно того стоило, чтобы дефить 10 лет. Не, это похоже на полную хуйню. Бежать за ним. Настоящий, типа? Упс, лайк.